Ежедневно через аэропорт города Мирный проходит около 700 человек. Летом количество увеличивается до 1000. Еще недавно павильон выдачи багажа там не соответствовал требованиям российских аэропортов. Это вызывало недовольство и множество нареканий со стороны жителей и гостей города. В марте этого года мирнинское авиапредприятие заменило ленту конвейера. Как происходит выдача багажа, теперь узнавала Тамара Бессмертная. Добро пожаловать! Такая вывеска встречает гостей, прилетающих в город Мирный. Однако первое, с чем сталкиваются они на земле, это павильон выдачи багажа. До недавнего времени он разочаровывал и заставлял пессимистично смотреть на алмазную столицу. Руководство аэропорта приняло решение обновить багажный павильон и поставить новый транспортер карусельного типа. Он введен по программе повышения качества обслуживания пассажиров. Лента отвечает всем стандартам и оборудована, оснащена датчиками аварийной остановки. Транспортер стал значительно длиннее. Увеличилась скорость подачи багажа. Пассажирам стало удобнее подходить к ленте. Это ускоряет процесс получения вещей до считанных минут. Вот буквально несколько минут вы получили багаж. Удобно, неудобно, нравится, не нравится? Да, удобно, все сразу, все, в принципе, организовано, все. Вы первый раз в Мирном? Нет, уже не первый, я уже раз в третий. Дальние перелеты, усталость, разница во времени. Не мудрено, что люди хотят быстрее добраться домой. Персонал предприятия делает все, чтобы процесс выдачи багажа был удобным, комфортным и быстрым. И надеется, что жители и гости города оценят обновленный павильон.